Всем привет! Заказали бытовку на дачный участок. Вот через месяц ее сделали и ждем, пока приедет машина на разгрузку. Показывается машина с хозблоком. Опоздали где-то на часик они. Вот сейчас ждем. Пойдем вперед. Пойдем вперед на нашу дачу. Он будет ехать за нами. Здесь довольно резкий поворот, поэтому я не знаю, влезет машина или нет сюда. Пишет цель в поворот, это длинномер. Сейчас будем наблюдать. Вот тут перед поворотом нужно вписаться. Так. Ну вот, вроде вписался в поворот. Сейчас идем, сопровождаем до нашей дачи. Место склоном, поэтому не знаю, как он будет маневрировать здесь. Под фундамент у нас лежат такие блоки на песочке. Ну, водитель задумался, потому что здесь было вспахано, а вот эта вот дача не паханая. Возможно, как-то чужую дачу будет ставить, пока не знаю. Вот, друзья, пробует заехать. Под наклоном, конечно, вообще. Цепи. Так, перекладываем кирпичи, теперь наоборот будем делать параллельно дороге. Возможно, так сюда получится поставить. Сейчас вынесет на стреле бытовку и посмотрим, насколько сможем от дороги ее остановить. В общем, планы поменяли, все, что не делается, к лучшему. Короче, вот такие дела. Других вариантов нет однозначно. Бегу сейчас с лопатой на дачу. Будем все перекапывать, блоки ставить на другие места. Сейчас будем обвязку как-то вокруг бытовочки на палочке поднимать. Вот этот больше 69. Ну мы вагонкой внутри просто. Да, вагонкой здесь. Нормальная цена. У них дешевле, чем вот. Да. Почему? Потому что я вот говорит, за 90 покупал в прошлом году. Поднимать ее на кране и смотреть, как тут можно ее выгрузить. Водитель утверждает, что стрела 6-метровая. Сейчас посмотрим. Что криво. Как-то в бок и потом перевернуть, чтобы она дверкой и окошко была в ту сторону. А сейчас она сплошной стеной на эту сторону. Не знаю, что у нас получится. В общем, другого выхода нет. Сейчас ты не перекрутишь. Наверное, мало места еще. Ну вот, водитель молодец, конечно.
получается, на другую сторону. И будем смотреть, как эти блоки выкладывать. Так что, друзья, если у вас плохая дорога, изначально продумайте, как будете выставить бытовку, потому что приходится все менять прямо на ходу. Вот сейчас она будет висеть, а мы будем вот эти блоки класть. Ну, я так понимаю, наверное, это. Сейчас помечаем. Как нет, потом прикопать. Нет, я разложу хоть в каком месте. От дороги чуть-чуть, кажется, а ровно, неровно. Параллельно дороге. Ну, вроде параллельно дороге, тут сама дорога кривая. Установили, ну, еще, короче, придется ее потом домкратить. Вот такие дела. В общем, хотели установить так, получилось так. А вот здесь подложили на кирпичи. Вот вот на такой хомут. С собой нет ножика. Открываем тяпкой, друзья. Такая дверочка. Можно зайти, да? Нет. Точно? Не обрушусь я тут. Вот, друзья, все отделано изнутри вагоночкой. Здесь у нас USB. Будем линолеум стелить. Вот, до потолка. Ну, вот так моя рука достает. Наверное, 1-2 метра будет. Ну, вагонка у нас класс C. Вот такие сучки, но тем не менее это вагонка, потому что был вариант USB каким-то или ДВП, мы не стали. Вот такое окошечко. Попробуем открыть его. Открывается. Вот такой вид. Ну, и на проветривание, кстати, ставится. Вот. Ну, вот как бы то ни было домик. Я вам скажу, вид довольно-таки неплохой, чем смотреть на дачу соседей. Будем смотреть на свою дачу.